1 октября в Магнитогорске начинается микроперепись населения. В отличие от всероссийской переписи, масштабной процедуры, которая в последний раз проводилась в нашей стране в 2010 году, микроперепись проводится по выборным участкам. Предполагается, что на каждом из таких участков проживает около 400 человек. На сегодняшний день, согласно официальным данным, в Магнитогорске проживает около 417 тысяч человек. Эта цифра получена Федеральной службой государственной статистики, исходя из данных переписи населения 2010 года, с учетом того, что за последние 5 лет количество магнитогорцев увеличилось еще на 10 тысяч человек. Свежие социально-демографические данные о магнитогорцах предполагается получить в ходе микропереписи населения в этом году. С 1 октября по 31 октября. Федеральная служба государственной статистики, или иначе Росстат, будет проводить микроперепись населения. В нашем городе в выборочную совокупность попало 11 счетных участков. В каждом районе имеются такие участки. В Ленинском 2 счетных участка, в Правобережном 3 и в Орджоникидзевском 6. Адреса счетных участков, домов, куда придут переписчики, можно узнать на официальном сайте Челябинскстата. Переписчиков, которые будут работать во время переписи, магнитогорцы смогут узнать по синей сумке с надписью «Росстат», цветоотражающему браслету с такой же надписью, удостоверению и планшету.